Праздники двора в Балакове стали уже традицией. Практически каждую неделю в каком-нибудь уголке города проходят мероприятия для детей. Ребята участвуют в мастер-классах, конкурсах, викторинах, поют и танцуют. На этот раз мероприятие прошло в новом 3-м ГЭМ-микрорайоне, во дворе новостроек на улице Строительной. Праздничный десант высадился рядом с новой детской площадкой у дома номер 39. Игровой городок здесь установили по программе «Территория детства СТ+». Высокого качества и экологичные материалы используются. Подходы к этой площадке, они были заложены изначально, то есть обязательно ограждение, обязательно мягкое покрытие. Мы считаем важно, чтобы жители имели заинтересованность пользоваться этим имуществом долго, берегли от вандализма. 3-й ГЭМ-микрорайон в Балакове самый молодой, причем не только по времени постройки. Здесь живут в основном молодые семьи, а это значит, что двор полон детворы. В прошлом году здесь достраивали заключительную секцию большой девятиэтажки. Тогда же начали приводить в порядок и придомовую территорию. В рамках благоустройства дворовой территории мы привели этот двор сегодня в порядок, нормативное состояние. Конечно, необходимо дальше работать. Я надеюсь, что совместно в следующем году вместе с компанией по УТ+, мы там сделаем спортивную площадку для жителей этого микрорайона. Место для установки спортивной площадки уже выбрано. Она будет по соседству с игровым городком. Здесь любители активного отдыха смогут заняться самыми любимыми игровыми видами спорта – мини-футболом, волейболом, баскетболом. Ну а пока детвора осваивает новую детскую площадку и вспоминает праздник, который благодаря Т+ заглянул к ним во двор. Без ярких эмоций в тот вечер домой никто не вернулся.